Ну все, пчелок загрузили, все затянули. Ребята, я внутри техники НАТО. Это какой год? 70-й, 600-й. Жени здоровущий, ё-моё. Как, там ухо моё не увеличилось, не? Пора уже рубрику открывать, косяки Андрея Пасекуна. Застрял. Какого хера попёрся сюда? Ну, блин. Ну, везу трубы для солнечных панелей. Вроде там, ну, не понял я сначала, что они мне сказали, там как бы... Типа там площадка будет, езжай туда, форклифт и так далее. Я подъехал, одна площадка, подхожу, говорю, мы здесь меня будут выгружать. Они говорят, не знаем. Мы, говорит, это фермера. Вот. А эти, кто солнечными панелями дальше. Ну, я и поехал, дурак, по знакам, блин, к солнечным панелям. И солнечные панели увидел, и следы здесь были от грузовиков. Ну, и залез. Короче, ни взад, ни вперед. Ни хрена. Сейчас вроде должны подъехать. Выдернуть меня, он цепи уже разложил. Ой. Так что так вот. Вот такие дела. Уже и цепи на колеса накидывал, пробовал. Ни хрена, ни взад, ни вперед. Только дорогу всю раздраконил, блин. Сейчас надеюсь, что подъеду тут, туда поеду. Туда. Там есть площадка, развернусь и обратно нахер поеду. Пускай выгружают на той площадке, где мне будет удобно, блин. Такие вот дела. Так что так. Так, погода замечательная. Находимся в Калифорнии. Недалеко от Модеста. Это все, это вот там. Это все плодовые деревья. Вот они. Калифорния. Большой аграрный штат. Много всяких овощей, фруктов и так далее. И тому подобное выращивают. И скотину выращивают, все выращивают. Вот. Короче, весело у меня, веселуха. Понедельник начался весело, блин. Ну все, мои приключения с застреванием на сегодня закончились. Вот, выдернули, попозже чуть расскажу, как, чего было. Ой, и тяжело, и интересно, конечно, и так далее. Сейчас гружусь ночью не потому, что там опоздал или и так далее, нет. Грузим сейчас пчел, вот, грузят их в темное время суток, пока они вялые. И то вот сейчас вон там парни окуривают дымом, чтобы они не сильно там летали, жалились и так далее. Я подъехал, они говорят, у тебя есть костюм? Я говорю, нету. Это, говорю, не проблема для меня. Но я так отошел в сторонке, но делал то, что мне нужно. В принципе, одна на меня села, но не укусила. Вот, сейчас загрузим полный трейлер пчел. Вот, вот там стоят, если... Ну, наверное, вам плохо сейчас видно. Загрузим полный трейлер пчел. Сверху наденут сетку, чтобы они не вылетали далеко и много. Вот, и надо будет ехать все светлое время суток. То есть в течение светлого времени суток максимум одна остановка на 30 минут. Вот, остальное время нужно будет ехать. От заката до рассвета, пофигу на локбук. Вот, то есть это груз такой, когда можно ехать больше, чем локбук позволяет. Так что так вот, осенью пчел свозят в Калифорнию, потому что здесь тепло. И несколько урожаев дают разные культуры. А весной пчел развозят по тем регионам, где была зима и где начинает цвести сейчас весной. Так что так вот, чуть позже все покажу и днем покажу, когда будет остановка 30-минутная. Ну, скорее всего, на заправку, там у меня будет время уходить. Так что так, вот такой вот груз интересный. И повезем мы его в штат Мичиган. То есть это 2,000 миль. По-моему, 3 дня дают на доставку. Где-то так. Вот погрузчик носится туда-сюда, поправляют. Второй парняга ходит, окуривает и поправляет тоже. Они сами натягивать будут сетку, сами кидать стрэпы. Я только буду затягивать. Все, загрузили, завязали, затянули.
Сейчас проверяю все и в путь. Ну, сейчас до Тракстапа доеду, помоюсь и спать, чтобы завтра часа в 4 утра вставать и ехать. Полный обход, чтобы все было закрыто, все затянуто, ничего нигде не болталось. Сегодня приключений хватит. Так, эти тарпы все лежат нормально, крест-накрест. Ладно, все, в путь дорожку. Обещал, но не снимал. Вот так вот выглядят пчелки, вот, которые перевозим. Вот куча-куча домиков. По-моему, по документам 408 домиков. Вот они на остановке выползают, бегают, прыгают, жужжат там. Некоторые находят дырки, вылетают. Вот. Когда начинаешь трогаться, они заползают, но не все. Ну и, к сожалению, да, часть из них погибает. Но большая часть все равно доезжает. Вот они жужжат. Слышите? Нет, вон они там. Летают, бегают, прыгают. Вот так и перевозятся пчелы под сеткой. Чтобы все не разлетелись, в конце концов. Вот их здесь вот много. Сейчас у меня перерывчик небольшой остановился. Но и сейчас немного их выползает, потому что здесь на данный момент прохладно. Хоть и время обеденное, но 5-6 градусов тепла только в этом штате. Вот. А если бы сейчас солнышко светило и было бы тепло, тут под сеткой полная сетка была бы пчел. Еще бы и около трейлера летали бы несколько десятков. Вот такие вот пироги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть домиков в высоту. Ну и там в глубину. Короче, 408 домиков. Это не город, это целая страна. Даже планета пчел. Вот так вот все и выглядит. Скоро уже приеду. Часа, наверное, через 4 на выгрузку. Выгрузят, надо будет тарпы сложить, ночевать, и завтра другой какой-то груз будет. Я очень надеюсь. Все, я пошку. Приехал на выгрузку. Дядька выгружает довольно быстро. Только стрепы отсоединил, тарп сняли. Вдвоем с ним скрутили быстренько, и он уже все. Я еще даже стрепы не начал скручивать, он пол трейлера выгрузил. Сопутствующие, конечно, да, потери присутствуют, но, к сожалению, это будет всегда. Всех пчел живыми не довести в любом случае. Либо жара, либо холод. Те, кто в домиках был, те выжили, а остальные нет. Вот это ферма. Но здесь, я так понимаю, они в этом штате еще пару недель-то точно отдохнут, потому что здесь по ночам морозы еще. Да и сейчас днем здесь плюс 2, плюс 3, штат Мичиган. Так что так вот, выгружаемся и еду дальше. 22 марта, штат Мичиган. Прям рядом с озерами. Зима прям настоящая. Мороз небольшой, правда, но снег вот выпал под утро. Да и ехал я сюда ночью-то, в принципе, тоже снег-то видно было, что лежал, и было, правда, минус 9. Но под утро потеплело. Еду на загрузку. Завод стеновых панелей каких-то. И отсюда с Мичигана поедем в Неваду, в Лас-Вегас. Выгрузка в понедельник. Сегодня пятница, выгрузка в понедельник. Ну что, всем привет. Еду по трассе 80-ка, штат Небраска. Давно хотел здесь остановиться. Это музей военной техники. С трассы очень хорошо видно. Ну вот, все
Думал, когда-когда, а тут, в принципе, времени у меня много до выгрузки, поэтому решил заехать посмотреть. Ну и вам заодно показать. Основная экспозиция здесь на улице, там дует сейчас ветерок, так что, возможно, будет шумно, но тем не менее покажу. Внутри экспозиция небольшая, но тем не менее есть что посмотреть. Большой музей, ой, большой, вернее, магазин сувениров, подарков, пожалуйста. Там и мерч, и одежда различная, и там игрушки на все возраста, в принципе, можно найти. Так что так, давайте смотреть, что здесь. Музей абсолютно бесплатный, живет за счет того, что донаты и, ну, донаты пожертвования и за счет продажи сувенирной продукции. Ну, здесь вот опять макетики танков, паровозиков, машинок. Какая классная. Красиво. Вот здесь старенькие. Не трогать. Ой, мотоцикл какой. Клевый. Я сегодня здесь третий посетитель. Они просят заполнить данные в книге посетителей. Вот, и за сегодняшний день я там был третий. Музей работает до 5 часов. О, какая махина. На улице там и в основном колесная техника, гусеничная, но также где-то даже вертолетик там есть, с трассы его видно. О, какая белая машинка. Вездеход. Прикольно. Мишки. Различная атрибутика. О, сколько медведей. Красиво оформлен музей. Музей частный. О, там еще вот что-то есть. О, тут у них и закрытая экспозиция есть. Сейчас мы туда зайдем. Открыто, надеюсь. Да, открыто. Большая граната. Так, что-то похожее мы уже видели с вами в других музеях. Вот это да. Здесь что у нас? Здесь, да, вот можно что-то купить, что-то посмотреть. Мины, бомбы, каски. Сколько оружия. Немецкие каски. Различное барахло армейское. Фляжки, лопаты. Да, это все можно купить.
это все продается. Здесь рюкзаки. Ну, какой здоровый шлем. Это, по-моему, моряков такие были во время Второй мировой войны. $25 рюкзак. Американский военный. Ну что, пойдемте туда, в музей сам. Денежки. Тут и оружие, и двигатели сразу. Так, что за двигатель? Танковый двигатель. Внедорожники, джипы. Так, надо сфотографировать. У Виллиса вытащили двигатель. Сколько железок. А вот, наверное, и предыдущий, да. Как раз люди, которые были записаны там глупыми. Какой-то прям трактор. Тягач, наверное, артиллерийский. Так. Сколько внедорожников Виллисов. Обалдеть. А, Хаммер есть. Етишки-колотишки. Какой он высокий, блин. Это что, Брэдли? Или что это? Не, не Брэдли, что это? Кто разбирается, пишите сразу. Какой он высокий, блин, он 1.4 м, наверное, высотой. Офигеть. Там даже открыто. Ну-ка, посмотрите, потом мне расскажете, что там. Что там интересно? Здесь различные мероприятия они проводят. Это я вот, ну, по гуглу смотрел. Там фотографии куча. А-а-а, нифига он открыт. Ёшкин кот. Ну, наверное, можно раз открыть. Обалдеть. Офигеть. Да. Может быть, я и забуду. О, ребята, я внутри техники НАТО. Конечно, не с моим весом, моими размерами сюда заползать, но тем не менее. Хотя в бронежилетах и так далее, в полной выкладке, не меньше. Да, можете залезть внутрь. Так, ну ладно, нас там интересует в первую очередь техника. Сколько всего. О. Да, не без этого. Знаете, да, что это за треугольники? Это погибшим родственникам дают, при, когда погибают военнослужащие. Так. Спасибо ветеранам. Написано. Ветераны здесь в Америке — это прям отдельная каста. Ну, ветераны не в плане ветерана боевых действий, а вообще ветераны — это имеется в виду те, кто служил.
Да? То есть, если человек служил, он закончил свой контракт, он очень уважаемый, у него куча льгот, причем реальных льгот, которые распространяются на него, на его семью, там у него реальная пенсия, то есть он как бы, ну, довольно хорошо могут жить. Вот. Так что так. Тракторочки. О, ряд прям целый армейских тракторов, выкрашенных в цвета соответствующие. Хаки. Джон Дир. Да на них еще пахать и пахать. На этих тракторах можно. Красивые. Техника такая классная. Блин, все как. Да никак, а новенькая. Красивая. Все блестит. Реально новый трактор. Вообще все новье. Видать, из запасников, когда списывали с армии, сюда все привезли. Реально классный, красивый тракторенок. Такой, да, в деревню. 1969 год. Джон Дир. Да. Это какой год? 70-й, 600-й. Побольше, явно больше, чем тот. Ну, я так понимаю, этот выпуск будет тоже довольно интересный, да, у меня? Вон тут сколько. Просто все так навалено. Ну, опять же, я же говорю, музей частный существует на пожертвования, донаты и то, что продадут, соответственно, сотрудников. Я не думаю, что у них тут прям вот много-много людей работают. Просто до всего сразу руки не доходят. Делают это постепенно. Вау! Какой! Смотрите. Аквариум, блин, а не вертолет. Прикольно. Палатку госпиталя развернули. Да. Но даже он еще елка горит. Даже елку не убрали. Тут типа что? Типа динамит. Вот прикольно. Детям развлекалово. Смотрите, а? Рычажочки. Такой классный аппарат. Давайте посмотрим, что там внутри. А, внутри все простенько. Без всяких излишеств. Ну, вот это вот, конечно. Да, еще и двухместный. Прикольно. Блин. Пластиковый такой. Рама и пластик. И все. И больше ничего. Но летает. Летал. Ну вот это вот собрание, конечно. Тракторенок. От большого к малому. 600-й, 500-й. Это, наверное, 400-й, судя по всему. А нет, это 401-й. Вот он. Джон Дир. Все Джон Диры. Классный старый трактор. Это на память. Так. Здесь что у нас? Грузовички. Ого. Вот это аппарат.
три педали, руль. Что это такое? Для прокладки телефонных линий Mac 1926 года. Обалдеть. Смотрите, какой красавчик. Да, экземпляр такой интересный. 1926 год. 100 лет? 100 лет этой машине. Вот он. Про него здесь информация. Так, это для перевозки людей, живой силы. Так. О, кого-то напоминает, правда? Шевроле. 40-й, 45-й. GMC. Красавчик. Открытая кабина. Так. О, поддон с маслом. Значит, техника на ходу. Когда стоят под машинами поддоны с маслом, это говорит о том, что машины находятся в рабочем состоянии абсолютно. Вот. И это очень классно. Это клево, когда такая старая техника содержится в хорошем состоянии. Я не спорю, в России-то тоже есть музеи, да, где техника содержится в прекрасном состоянии, но не в таком количестве музеев именно. Тут я говорю, повторяюсь в очередной раз, что в очень-очень многих местах, там, ну, блин, иногда деревня, два дома друг напротив друга стоят, и третье здание — это музей. Вот. Причем музей шикарный. Вот это тоже небольшой городок. Проезжаешь по трассе 80-ка, да? Вот, и его видно. Те, кто здесь находится, как бы в Америке, трак-драйверы, наверняка его часто видели. Вот. Но не знаю, заходил кто сюда, снимал кто. Наверняка кто-то снимал. Ну, интересно. Мне интересно. То, что интересно мне, я стараюсь показать вам. Вот. О, коллекция канистр. Прямо одни вилисы стоят. Очень много. О-о-о, смотрите, какой тракторенок, тягач. Освещение немного тускловато, но думаю, тем не менее, должно вам видно быть. О, там еще ангары, обалдеть. Ну, давайте-то так. Прежде чем дальше идти, надо пофотографировать и поснимать здесь, да? Трактор вот этот вот. Дозер, тынь-дырин-дырин-дырин. Не вижу года. Да, не видно. Ну, вилисы, по-моему, что 40-х, 150-х годов.
по крайней мере, внешне друг от друга так не сильно чем-то и отличаются. О, какая самоходная карета. Это, по-моему, тоже во время войны Второй мировой было. Так. Да, Вторая мировая война. Такая штукенция. Выкрашенный зимний вариант. Или что это? Военные, подключайтесь. Рассказывайте в комментариях, что это. Вот сколько оружия, все. Снаряды, бомбы, мины. Тоже, наверное, танковый какой-нибудь двигатель, да? О, там столько всего написано. Читать, не перечитать. Тягачи. Обалдеть. Прям на этом сидели. На мосту или на чем, на коробке там. Вот этот такой, конечно, монструозный. Высокий. Большой тягач такой, довольно. Так, тут что у нас? Вилисы, вилисы. Ну вот опять такая же штукенция. Тачанка, блин. О, видите, поддон с маслом. Так. Как это называется? Безоткатное орудие, да? Это уже что-то более современное. Ну, это Хамви. Совсем современный. Офигеть, какой широкий внутри. Так, раз открыт, значит, можно и дальше открыть. Да. Смотрите, какой широченный. Вообще. Так, настоящий вертолет запихнули в ангар. Блин, тоже такой довольно широкий внутри. Раз, два, три, четыре, пять человек могут сесть в ширину, да? Два члена экипажа, пять человек как минимум еще и тут могут сесть или лечь. Ну это я говорю, это прям вот звезда-звезда всех фильмов о Вьетнамской войне. Вертолетик. Так. Вот такой бы. Да в деревню тоже. По полям, да по лугам. Да за грибами кататься. Да? Я думаю, они простые в обслуживании, скорее всего. Классный музей вообще. Фляжки. Я вот как раз ехал, думаю, блин, когда я буду проезжать этот музей? Я так совсем точно не помнил, где он. Думаю, будет жалко, если ночью буду проезжать. Вот, но повезло. Поехал. Его днем как раз можно было остановиться. Я прям к музею подъехал. Чтобы выехать, надо будет сдавать задом там через перекресток. Бронетранспортеры. Чем-то. Ну, не чем-то, а очень похоже, да? Друг на друга.
немецкие, американские, наши, советские. О, тоже армейская тема, да? Времен, наверное, гражданской войны. Вот это. Так. Ну, поддерживающие спинки у сидений, чтобы не вывалилось. Ё-моё, ты кто? Или чего? Тракторёнок такой. Ну, наверное, какой-нибудь тягач на аэродроме что-нибудь возить. Да, я думаю, это тягачи на военных аэродромах либо боеприпасы подвозить, либо еще что-то. Так, прожектор. Ну да, что-то типа такого вот и возит, наверное. Так, а здесь мы с вами на улицу выйдем. Нет, закрыто. Так, тут. Приколдесно. Но тут вот, я говорю, внедорожников просто тьма. Смотрите, да, сколько тут техники стоит. Упс. И пожарные, военные. Тут просто какие-то запасники, тут темно. Не все, к сожалению, видно. Интересно. Вау, вообще. Колесно-гусеничные транспортеры. Люксные тягачи с открытым верхом, сидельный тягач, да, пятое колесо, драйвы, все дела. Так, ну что, пойдемте на улицу, посмотрим, что там. Конечно, да, ветер дует, но тем не менее, давайте посмотрим. Вот название музея находится, вот прям 80-ка идет. Прям с дороги очень хорошо все видно. О! Что-то такое. Вон там вот с трассы как раз видно вертолет за вот этим вот прудиком стоит. Так. Бульдозер. Но вот не таким бульдозером, а чуть поменьше. Обещал рассказать, не рассказал, да, когда я застрял. Меня в итоге вытащили бульдозером, он подъехал сначала, цепляли цепями к ножу, к переднему, никак. В итоге потом он развернулся, сзади нож, который опускается, а он полностью его опустил, привязали цепями, и он нож поднял, и в итоге, ну как, передние колеса оторвало от земли, и так вот вытащил меня. Так что вот так вот, застрял я, конечно, тогда знатно. Но вытащили, потом приехал на выгрузку, там буквально в 3 минутах выгрузка, новая поляна была этих солнечных панелей, они говорят, да, давай, заезжай к нам сюда прям, где огорожено. Я говорю, не, мужики, не поеду. Они, почему?
И я говорю, ну где сухо-то, я застрял, а вы меня тут в откровенное болото хотите загнать. Я говорю, давайте выгружайте с дороги. Вот они меня с дороги выгрузили, и я оттуда уехал. И потом уже загружался пчелами. Так, вот какая техника, да? Тоже военный трактор. Двигатель, все дела есть. Колеса. О, ёшкин кот. Офигеть. Сантиметров 7 металла. Это колеса. Каток, что ли, типа того. Закатывать. Да, каток. Так, непонятная фиговина. Оно типа грейдер. Еще одна непонятная фиговина. Давайте догадки накидывайте свои. Что это? Зачем это? Гусеница просто одна. От чего-то. Что не успели, видимо, спасти. Да, ох, нифига, у него деревянные колеса, смотрите. Реально деревянные. Сколько ж тебе лет-то, старичок? Обалдеть. Да, тут, ой, даже двигатель есть. Ё-моё, прикольно. Может быть, когда-нибудь у кого-нибудь руки дойдут до восстановления этой техники. А может быть и нет. Может быть, так и будет стоять в таком состоянии. Относительно печальном. Ну, не знаю, как вам, но мне даже в таком состоянии интересно просто пройтись, посмотреть. Сделать немного фотографий, чтобы потом это рассматривать. Лебедки, все дела. О-о-о. Они похожи, да? Только здесь открытая кабина, а здесь закрытая, нет лебедки. Даже дверь открыта. Тут уже более современная пошла техника. По пикапам это, наверное, где-то 80-е, может быть, 90-е даже годы. Да, я думаю, где-то так, наверное, уже ближе к нам по времени. Кожаные салоны. Это вам не это. Плавающая техника. Вот это вот вставка в пикап, да? Как модуль жилой. Оп, вставили в пикап. И поехали. Плавающая лодка. Давайте посмотрим, что там внутри. Опять же, потом расскажите мне. Откуда можно посмотреть, что это такое? Блин, ну какие же они здоровущие, ё-моё. Но этот чуть поменьше, чем тот в ангаре, как мне кажется, опять же. Хотя, может быть, и такой же. А, такой же. Это одно и то же что-то я. Высоченные, куча металла. Брэдли, точно. Так, еще какой-то
транспортер. Ну, как называется? Наверняка кто-то знает. О, старенький. Какой нож, да? Цепи есть на колесах, чтобы не скользить. Древнючий пипец. Сидуха деревянная. Красотища. Кто, Шерман, да? Прав или нет? Пойдемте смотреть. Ага, М4, А3 Шерман. 41-й, 45-й. Масса 32, наверное, где-то тонны. 67 тысяч лбы паундов. Какая махина. Тоже высоченный танк, пипец. Так, а это кто? М60. Вон он трак стоит. И он там поставил его, чтобы сюда дойти пешком. Там Walmart есть, кстати. Может, в Walmart зайти? Надо мне, не надо. По идее-то надо. Ну, не знаю, сегодня не хочу время тратить. Вон он, Walmart, да. Вон музей, блин. Через дорогу. Транспортер. Ого. Пушка. Что это, миномет? Пойдемте смотреть. М110А2, 1976 год, 62600 паундов. Короче, дофига. Дин-дин-дин-дин-дин. Что-то на 18 миль могла фигакнуть. Транспортерик, вездеходик. Зенитная артиллерия, да? Я прав, нет? Ну, наверное, да. Или нет? Какая ржавая, древняя. Трактор 44-го года, дин-дин-дин, тягач, да, тягал за собой артиллерию. Тут латки какие-то у него даже есть, двигатель, все в наличии. Пошла техника стройбата, да? Кран. Сидельный тягач с прицепом. Там, по-моему, еще один сидельный тягач. Ага. Один сидельный тягач с прицепом. Ну и прицеп, то, что от него осталось. Вот такой небольшой музей. Классный. Бесплатный, опять же. Да?
Кто захотел, сувениры купил, кто захотел, пожертвования какие-то оставил. И так вот существует очень много музеев. Все, я в трак, поехали дальше. Ветрюга жуткий, смотрите, какая красота. О, трак стоит. Штат Юта. Юэри. Смотрите, какие красивые горы. Это вот 70-я трасса. Ну красиво же, правда? Выгрузка в Лас-Вегасе. Привез листы ДВП. Думал, что стройка здесь, а нет. Это делают, цех такой делают наподобие что-то типа магнитиков. Вот, сувенирчиков. И это служит основой для этих всяких безделушек. Опять погрузка пчелами. Сейчас начало 6 вечера, Калифорния. Видите, да? Какие красивые поля. Это Бейкерсфилд. Недалеко от того места, где мы живем. Недалеко от Лос-Анджелеса, 80 миль. Вот. И тут столько пчел, прям вообще. Вот домики. Там домики. Везде на холмах домики расположены. Как бы. То есть сейчас вот пока ехали по вот этим вот полям, тут столько домиков. И это, ну, так скажем, один фермер. Он там на горе, там куча домиков. И вот здесь вот очень много пчел летает. В общем, повезем очередной живой груз. Повезем все это дело в штат Вашингтон. Не сильно далеко. 1000 миль отсюда. То есть я сегодня, наверное, часа 3-4 проеду. И завтра вечером уже буду там. На выгрузке. Так что сейчас будем и днем грузить. Как это будет происходить, покажу. Вот. Я приехал сюда в час дня, погрузка назначена была на 5, но ребят немножко опоздали, но это ничего страшного. Я, в принципе, все разложил на трейлере, пока стоял, ждал их там около ворот на это ранчо. Вот, тарпы, стрепы, заодно все стрепы вообще перебрал, рваные, которые там уже в критичном состоянии убрал. Вот. Тарпы обычные перенес назад, потому что будут грузить спереда назад. Ну, короче, нашел чем себя задеть, пока ждал ребят. Так что так. Ну, все, смотрите. Чуть-чуть добавлю, и на этом будет ролик все-таки заканчиваться. Вот они, пчелки летают. Видите? Вкусный-вкусный мед готовят. В последнее время мед люблю, постоянно добавляю его в чай. Особенно мне нравится чай с мятой. Можно добавить лимончик и медку. И классно. Вот такие вот поля в Калифорнии. Два дядьки довольно быстро работают. Такой погрузчик. Специальный Hammer B называется. С пчелами, да, связаны. Вот, составляют быстренько домики. До этого составляли вот там,
прям сразу на этот маленький трачок грузили, подвезли и расставляют. Вот, они в специальных рубашках, в специальных этих головных уборах, чтобы пчелы не залетали, не кусали. У меня этого нет, я просто в рубашке и в штанах. Вот, но пока вроде не кусают. Там на трейлере сейчас бегал, им тарпы подавал, чтобы наверх закинуть. Они на домике поставили, пока отложили. Вот, пчелки такие, злые, недовольные, то, что их тревожит, грузит. Вот, летают тут вокруг везде, но пока не кусают. Так вот постепенно трейлер заполняется. Вот сейчас как раз палец с тарпом ставят, сеткой. Тарп такой сетчатый, чтобы пчелки не запрели, так скажем, и воздух проникал. Вот. А вот здесь-то какая красота, да? Прям заставка Windows. Холмы калифорнийские. Какой там Windows 96, 98, где они были. Именно калифорнийские холмы были. Но не эти конкретно, но вообще, да. С этой стороны борт уже полностью заполнен. Пойдемте покажу, что с той стороны творится. В лучах закатного солнца. Видно вам, не видно, сколько пчелок летает? А вот так. Видите, там туча целая. Эти-то дядьки, им хорошо, они в москитках. А я нет. Прям реально туча такая летает. Этот дядька на погрузчике еще музыку слушает. Причем рок-музыку. Я не знаю, может быть, она пчелам нравится. И они успокаиваются, но... Он всю дорогу, вот этот час уже, наверное, катается и слушает музыку. Как там, ухо мое не увеличилось, не? Два раза в одно и то же ухо правое. Как? Фигакнут. И еще в лоб. Ничего, переживем. Аллергии вроде нет на укусы пчел. Так что так, ну вот трейлер почти заполнен. С той стороны сейчас два палета поставят. Будем кидать сетку и натягивать стрепы. Сейчас уже вот как раз солнце на закате. Погода клевая, тепло. Красотища кругом. Трачок стоит. А! Ладно, пойдем работать дальше. Ну все, пчелок загрузили. Все, затянули. Как раз и солнышко только зашло, село. Все. Стрепы все натянуты, сетка натянута, сейчас дают документы и вперед. Все, на этом серия закончилась. Всем пока-пока.